Открутил крышку вариатора, снял ее. Надо что-то делать вот с этой пипкой. Это слив, если вариатор залит. На X6 у меня было немножко по-другому. Я просто просверлил дырку вот тут. Был такой отлив хороший. И через него я сделал слив. Нарезал резьбу и все через пробочку сделал. А здесь только одно место, все остальное тонкое. Здесь нигде так не сделать. Вот так выглядит у нас ведущий вариатор, ведомый вариатор. На дисках следов износа, каких-то потертостей я не обнаружил. Новый ремень вариатора должен быть 34,5 мм. Допускается износ до 33, это самый край. Итак, что мы видим? Почти 35 миллиметров. 34 с копейками. Давайте сейчас еще вот здесь попробуем. Да, цифры абсолютно те же самые. Почти 35, 34,5. То есть за 1500 износ ремня 0. Можно так сказать. Все крутится, все функционирует. Сейчас немножко это все дело продуем. Пыли, конечно, есть немножко. В общем-то, все. Сюда больше лезть смысла нет. Единственное, что надо проверить герметичность вот этих вот соединений. Тут сделаны шнуркеля. Сейчас я их разберу и посмотрю, есть ли там. Ну, как я и предполагал, герметика здесь нигде не оказалась. И перец надо разбирать тоже. Я уже научен на опыте на X6, что эти резинки надо все сажать на герметик. Иначе вода набирается. Хотя тут походу все было сухо. Но возможно он просто не видел луж как бы нормальных, глубоких. Возвращаемся к сливному отверстию крышки вариатора. Загонял в магазин, купил тавотницу. Масленка. Резьба у нее такая же, на 6. Сюда ее вкручу. Рассверлил на 3,5. Здесь выкинул шарик. Вот он валяется, шарик, пружинка. Рассверлил тоже на 3,5. И сейчас на герметик посадим, сделаем вот так вот уголок этот вперед по ходу движения квадроцикла. На вот эту пипку оденем шланчик шестерку и поднимем его куда-то вверх. Вот так выглядит теперь у меня отверстие для слива воды вариатора. Все, на герметик посадил, просверлил дырочку на хомутик. Это все будет греться, не знаю, насколько это все выдержит. Тут просто шланчик и болтик. То есть в случае, если у нас попала вода в вариатор, болтик выкручивается, он сюда очень легко выходит. И все, и шланчиком этим сливаем воду. Ну все, шнуркеля вариатора я собрал на герметик, все четко встало, и задний, и передний. Теперь собираем крышку вариатора. Вот они болтики, два болтика есть длиннее, чем остальные. Кто будет собирать, обратите на это внимание. Они ставятся на те места, где втулки, вот тут и вот тут. Потому что тут резьба у всех болтиков начинается сначала, а у этих двух как бы утоплена туда, где направляющие втулки. Вот они на крышке, вот одна втулка. Вот вторая втулка. Будьте внимательны.